Всем привет! В комментариях много просьб о том, чтобы сделать обзор на Сахатова рыцаря. Якобы в просторах YouTube.ru сегментации нет на него нормального обзора, поэтому не буду вас томить. Погнали! Это эпический герой типа поддержка из фракции Баннереты. Первый навык – погоня за жертвой. Атакует врага два раза, каждый удар с вероятностью 30%, накладывает штраф скорости 30% на два хода. Урон зависит у нас от атаки. С помощью книг мы эту вероятность можем увеличить до 50%. Штраф скорости на 30% – это максимальный штраф скорости, который мы можем наложить. Формула урона у нас 4 умноженное на атаку и умножаем на 2, так как он бьет два раза. На самом деле это просто конский мультиплайер. Для базового навыка 8 это прям много. Да, это герой поддержки, поэтому атаки у него 859, но с помощью несложных махинаций мы можем его заставить очень сильно бить, особенно если в команде есть контратака. Второй навык — мастер охоты. Атака по всем врагам с вероятностью 70%, накладывает штраф защиты 60% и штраф атаки 50% на 2 хода. Урон у нас также зависит от атаки. С помощью книг мы можем увеличить вероятность до 95%. То есть 95 это вот недавно такое придумали разработчики. Еще 5% мы возьмем в талантах ветки поддержки. Откат у нас 4 хода, с помощью книг можем уменьшить до 3 ходов, что идеально. Урон у нас тут уже 3,5 умноженное на атаку. Как для небазового навыка и все и АОЕ, это прям мало. Но это герой поддержки, поэтому особо он бить и не должен по задумке. И также у нас имеется пассивка, вожак, накладывает на союзника бонус меткости 50% на один ход, каждый раз, когда враг сопротивляется его штрафу. Вот такая интересная пассивка, подобную я еще не видел в этой игре. Давайте пройдемся по базовым параметрам. Здоровье у него почти 21 тысяча, это жирно. Атаки у него, как я говорил ранее, 859, для персонажа поддержки это вполне стандартно. Защита 1046, то же самое, это стандарт. Скорость 107, это прям быстро, это круто. Крит шанс, крит урон 15,50 соответственно, это тоже стандарт. Сопротивление 30, меткости не дали, бывает десяточку додают. Теперь смотрим оценки. Атака на арене 4,9, воины фракции 4,9, клановая битва 4,7. Очень высокие оценки. Самая низкая у нас цитадель магии, потому что он по цвету туда не подходит. И далее у нас идет замок лавового рыцаря. Не согласен, на замке лавового рыцаря он вполне сгодится. Более того, на 20-м он даже по цвету хорошо подходит. И вот что самое забавное, логово дракона, где он на 20-м уровне не подходит по цвету, ему ставят 4,8. То есть, скорее всего, тут речь про другие уровни, где он по цвету подходит. Теперь смотрим на моего Сахатова. Одел я его так, как я хотел. На самом деле, если одевать его правильно, то так как это персонаж поддержки, у него есть дебафы. Первым делом мы думаем о его меткости, потом о его скорости, на третьем месте уже защита и его здоровье. Так как ранее сказал, что он может бить, я захотел, что мой должен еще уметь бить, благо шмотом я уже разжился и глифами тоже. Надела на него два комплекта, это кража жизни и меткость. По низам у меня нога на скорость, доспех на защиту, перчатки крит шанс, знамя на меткость, амулет защита и перстень атака. По книгам он у меня фуловый и таланты выглядят вот так у меня. Далее я отправляюсь в компанию, серная тропа, 12-3, невозможно, по цвету ему здесь хорошо, не надо мне говорить, почему я туда пошел, что это персонаж поддержки, я знаю, что он поддержки, но я его так одел, что он умеет бить, поэтому мы просто смотрим, как он умеет бить. Второго навыка ему не хватило, чтобы сразу снести первую волну, вот мы приходим на вторую, то же самое, отлично раздает дебафы, конечно, синергия двух дебафов, один на слом атаки, другой на пробитие брони, сделает любого противника слабым и также заставит его слабо бить, вне зависимости от чего у него зависит урон, от защиты или от атаки. Только герои, которые работают от здоровья, просто станут мягкими. С руки видим, что бьет хорошо, то есть порой ему даже и два раза бить не приходится. Компанию им не пофармишь, но за 42 секунды он прошел, никакого намека не было на то, что он не справится. На дракона я не пойду, как я уже говорил ранее, меня интересует 20-й, по цвету он не подходит. Дракон синий, он зеленый. А вот на паучиху 20-ю я пойду, потому что паучиха зеленая, он зеленый. Почему бы и нет. Вот он зашел, дал штраф атаки всем и тут же дал пробитие брони. Также дает свой дебаф на уменьшение скорости, что нам тоже очень на руку. И также в талантах я выкачал, чтобы он когда первый раз атакует, своим базовым навыком сокращал шкалу хода. Команда у нас сосредоточена больше на выжигание, то есть так как у нас есть Игнатиус,
Лека разгоняет, хилит. Холодное сердце режет шкалу ухода и бьет. Так как у нас есть пробитие по защите, то конкретно это бьет примерно на 1 100 000. Итак, холодное сердце мы потеряли, но ничего страшного, свое дело она уже сделала. Она уже влупила раз и притормозила паучиху. Вот дальше просто ждем, пока откатится у Игнатиуса его навык на выжигание, и как бы на этом все закончится. И вот за какие-то 1.5 минуты мы убили 20-ю паучиху. Более того, Сахата еще и неплохо набил, даже чуть меньше, чем холодное сердце. Как бы видим, что он тут вполне играбелен. А теперь мы отправляемся к 20-му лавовому. Напоминаю, что самая низкая оценка у него тут. И давайте посмотрим, как же он тут прям бесполезен. По сути, значит, на волнах нам от него нужно только два его штрафа. Это на уменьшение атаки и на пробитие дефа. Все, по сути. То есть бьет не он, бьет у нас Завия. Колда как может там тоже бьет и стопает одного противника. И также у нас есть череполом с контроль. Вполне идеально, но опять же нас не таргетят нашего сахатого рыцаря. Поэтому он тут, конечно, сильно не раскроется, потому что у него доминирующая стихия. Переместимся на самого уже босса. Наши персонажи прикольно так его обгоняют по скорости. Специально не стал вмешиваться, пусть автобой делает что хочет. То есть вот видим, что у нас здесь нет контратаки. Поэтому пока ждем, пока оно все заведется. Вот, наконец-то у нас получилось, но у нас падет контра, но как минимум холодное сердце сбросило ему уход, поэтому он пока стоит. Итак, Сахата рыцарь нам уже навесил свой дебаф на уменьшение скорости, это нам на руку 30%, вот он накидывает на уменьшение атаки и на пробитие дефа, и теперь в него уже урон будет очень хорошо залетать. То есть дальше просто вопрос времени. Долго ждать нам не пришлось, за 3.21 они прошли, более того, они улучшили время, которое было здесь. Особым уроном Сахата рыцарь тут не похвастается, но и тут он раскрывается как саппорт. Нам нужны его дебафы, плюс он 2 раза бьет, под контроль, плюс 2 удара, а почему бы и нет, нам всего-то 10 нужно набрать. Заскочим на арену, но тут особо показывать нечего. Понятное дело, что слом защиты и слом атаки на арене зайдет. Это не новая механика в этой игре, то есть просто очень прикольно, что это находится в одном навыке одного героя. После применения этих дебафов заходит любой герой, который умеет бить, и мы просто выносим своих врагов. То есть если они начинают на нас ходить, то они тоже нас сильно ударить не могут. Исключение только герои, которые работают от здоровья. И финализируем мы наш обзор на КБ. У него есть пробитие брони и слом атаки. Это идеальные навыки на КБ. Обои очень сильно нужны, штраф скорости невозможно наложить на КБ, он залочен. Накладывает он это вторым навыком, откат у нас 3 хода, соответственно нам нужен или продлеватор, или надеяться, что сработает талант, который умеет продлевать накладываемые дебафы на 1 ход. Потому что накладывает он на 2 хода, если он сработает, то он наложит на 3 хода. Взял я атамана и надеюсь, мне его хватит. То есть тут по сути вопрос, хватит ли мне его. У меня есть контра, он продлевает своим базовым навыком. Плюс у нас есть длинноборот, который тоже делает совместную атаку. То есть плюс еще один удар будет от атамана. На самом деле нам нужно продлить хотя бы 1 раз в 3 хода. И тогда у нас будут стабильно лежать эти дебафы на КБ. У меня все никак руки не доберутся протестировать вала. Интересно, хватит ли его. Септимуса точно должно хватить. Про визиря я вообще молчу. Играть я решил руками, то есть новых механик тут никаких нет. Любые другие ролики у меня на канале, посмотрите, где я играю на КБ, то есть вы все то же самое увидите. Еще как вариант вы можете взять Иринию, я ее тестировал ранее, обзор есть на канале, можете найти, она же ядовик, и у нее тоже есть навык, который умеет продлевать. Также как вариант просто найти еще другого персонажа, который также будет кидать пробитие брони и также будет давать срез атаки, чтобы они друг друга дополняли. Либо еще вариация, засунуть его в спидпак, когда он будет обгонять КБ, и тогда тоже мы получим стабильные эти дебафы на КБ. По итогу бой занял у меня 12 минут и 12 секунд. Набили они 33 миллиона, вполне козырно. То есть даже если раз мы играем руками, второй спокойно ставим на автобой, они точно закроются с 2 ключей. Сахата рыцарь набил у нас ни много ни мало, аж целых 6 миллионов. То есть по урону он на 2-м месте, первый это стальной череп, потому что это единственный ядовик в команде. Но это скорее всего сказалось то, что я его одел так, что он и может бить. То есть если собирать его стандартно как персонажа поддержки, то цифры будут меньше. По итогу, что хотелось бы сказать. Очень удачный герой, прикольная моделька, прикольные навыки, то есть
типичный герой поддержки, как Эпик, ему респект, у него все параметры на высоте, и он довольно-таки универсален, то есть его можно использовать на КБ, его можно брать на арену, его можно взять в подземелье, его же мы и возьмем в войны фракт. Было приятно его тестировать, думаю, он вам будет полезен в быту на вашем аккаунте. Конечно же дело, то есть смотрите сами, потому что возможно у вас уже есть герои, которые его попросту перекрывают. А на этом у меня все, буду с вами прощаться, всего хорошего!